память о подвиге народа в Великой Отечественной войне для каждого из нас священна. И мы стремимся оставить ее будущим поколениям в вечных материалах, металле и камне, в памятниках величественных и скромных. Вот этот мемориал «Белые журавли» был открыт в высокогорном ауле Гуниб. Репортаж мы получили от нашего корреспондента в Дагестане Бейбутова. И не случайно памятник открыт в годовщину американской варварской бомбардировки Хиросимы. Именно в этом японском городе написал Расул Гамзатов знаменитые свои стихи «Песни, облетевшие планету». В годы Великой Отечественной войны вокруг меня было много людей, которые потом превратились в белых журавлей. Но я хочу еще призывать людей, чтобы мы смотрели не только в высоту и печально, но мы с надеждой и добром смотрели бы друг другу в глаза. Чтобы это было залогом, что никогда не будет повторения трагедии войны.